Доброе утро! Мало кто знает, что роза – один из самых любимых цветов представительниц прекрасного пола в современном мире, в России появился лишь в XVI веке, и встретить его можно было лишь на царском дворе. Теперь же это самый популярный подарок на праздники, и каждой его обладательнице хочется, чтобы цветы простояли дольше, а для этого за ними нужно всего лишь правильно ухаживать. Давайте разберемся в этом вопросе, и в этом нам поможет Самира Алиева, флорист. Самира, расскажите, пожалуйста, вот вообще, какие цветы популярные, какие цветы чаще всего покупают мужчины для своих женщин? Ну, в основном это розочки. Конечно же, розы, самые лучшие сорта, это идут эквадорские. Розы, они очень любят воду. Самое главное, это вот у нас ваза, чтобы она была чистая, чтобы там бактерии не размножались, за счет этого как бы быстро вянут срезанные цветочки. Если вы хотите продлить жизнь тюльпаном, то нужно туда добавить вот как раз таки лед. Кто-то добавляет сахар с уксусом, чайная ложка на литр воды. Либо даже можно сделать, снег набираем, емкость какую-то, и тюльпанчики в снег. Всех срезанных живых цветочков в вазах можно делать один срез, это под углом. Можно немножко надрезы сделать, чтобы быстрее водичка попала к бутону. Бывает стресс, когда бутон опускает голову. Но это не беда, можно восстановить очень легко. Можно на ночь набрать ванную водичкой, окунаем в воду. И после, на утро мы достаем, также меняем воду, ставим вазу, и они поднимаются. Вот у нас есть вот такие цветы. Это что за цветы? Это гиацинты. Весенние цветочки считаются. Наполняют помещение удивительным ароматом. Они пахнут очень вкусно. На самом деле аромат такой. Жалко, что у нас не передает телевидение аромата. Самира, а есть какие-то цветы, которые нельзя дарить никому? Никакой девушке, ни при каких обстоятельствах. Да, есть цветочки, которые нельзя дарить девушкам, всем, у кого есть аллергия. Это, например, лилия, ни в коем случае. Либо обязательно нужно, когда лилия распускается, внутри тычинка такая желтенькая, нужно почистить. Это у нас гортензия. Ага. Подходит для всех. Вообще никакие срезанные растения, цветочки не нужно ставить возле батареи. Особенно гортензию. При выборе девушкам, женщинам, либо взрослым не нужно ограничивать свой выбор. Человек как бы может любить, девушка может любить и розы, либо говорят, там, подарок женщине там, 50 лет, нужно розы. Нет, это не значит, что нужно розы, так как взрослый человек. Нужно дарить то, что любит человек. Ну что, теперь вы знаете не только о том, какие цветы можно приобрести в подарок, но и как за ними правильно ухаживать. И главное, не сосредотачивайтесь на одном цветке, например, на розе. Смотрите, какое изобилие цветов.